Так, ну что, всем привет. У нас сегодня тренировка на низ тела, конкретно на ваш орех. Сегодня Алиса будет отдуваться за всех, но я надеюсь, что вы вместе с нами эту тренировку крутую повторите. 3, 4 до моей руки прям своди. Да. Ну что, как Жене все прошло? Слушай, я ожидала большего, потому что девочки юно все рассказывали, что он такой жесткий. Ну, что, Женя, ты не жесткий. Я тебе покажу, как надо жестко. С резинками сегодня? Сегодня с резинками. С двумя даже. А теперь пришло время выбрать того, кто нас покинет. Поначалу мне было тяжело сделать выбор, даже сейчас, да? Мой голос будет против Льва. Я голосую против Льва. Так, до сегодняшнего момента я хотел голосовать против Алисы, потому что у нее была личная неприязнь ко мне. Но я увидел, что ты конкретная амеба, ты хуй тряпки отвечаешь, поэтому я против тебя голосую. Нам нужны настоящие мужики. Ты спишь до обеда каждый день. Лев, прости, твои проблемы никого не волнуют. У каждого здесь есть свои истории, у каждого были какие-то сложные ситуации в жизни. Ты покидаешь проект, извини. Пока. Я как не мог предположить, что может так развиваться событие, что именно сегодня должен уйти именно я. И это стало для меня таким сюрпризом. Но я считаю, что я еще не все показал на этом проекте, и у меня еще был определенный план, который я мог бы выложить в дальнейших своих эфирах, в своих выпусках. На самом деле, чуть меня рассмешила его выходка такая. То, что он встал, толкнул. Но я его не собирался трогать, он еще ребенок для меня, чтобы его поколочу, еще маме пожаловаться. С каждым днем просыпаться все сложнее. У нас выбыло уже много-много людей. Блин, Кать, ты что, спишь, что ли? Какое спать, Кать? Уже зарядка через 5 минут. Где режим? Ты что, никого не разбудила? Кать, блин, ё-моё, время через 5 минут, зарядка. Включи свет, пожалуйста. Музыку включи, вот, знаешь как? Друзья, всем привет! Лома Джин трансформируется и улетает в 80-е годы. Сейчас мы вам покажем супер зажигательную зарядку. Просто вдохнуть яйцо и вообще не заметить. Алис, давай все. Ты шучу сейчас положу. А, ну я так просто посмотреть, да, пришел? Да подождите, у нас канашка врага. Ну, когда там у нас голосование? Всем привет.
Привет, Ломов, не бросай своих, у нас сегодня персональная тренировка через полчаса. Бок, потом разворачиваем носок, работаем чуть-чуть в сторону назад, и потом со сгибанием колена мы будем работать движением в бок, чтобы у нас носок не был развернутым в эту сторону. То есть всегда мы работаем на пятку, когда мы делаем мат, у нас пятка всегда в одной линии с носком. Когда мы работаем уже чуть-чуть назад, наша задача чуть-чуть развернуть. Подшагнули, чуть-чуть. Сразу в сторону, и здесь уже на сторону немного поставить. То есть надо после первого движения возвращать ногу сюда. Жень, спасибо, огонь вообще. Все, друзья, с вами был Присадский Гений, участник проекта «Ломки», и моя Анастасия. Ребята, тренировки с Женей в режиме онлайн, в прямом эфире с Ломов Джим – это просто топчик. Я рекомендую. Тихо, здравствуйте. Здравствуйте. Али, слушай, но ягодички надо потренировать. Ты же знаешь, кто мастер по ягодицам, а ты все бегаешь от меня и все, нет, я не хочу. Как будто я что-то плохое предлагаю. Жень, так мы потренировали. Что потренировали? Ягодицы. Но это не так, я просто новую тренировку для тебя специально придумал. Какую? Ну, она такая особенная. Особенно. Ты для меня особенная и тренировка да, особенная. Да, понятно, спасибо. До свидания. What are you doing? Он меня учил, знаете? Сразу все вместе. Каша с мясом, чтобы их каждый себе вложил по порции и все, чтобы не выбирали мяско и гречку отдельно. Как дела дома? Все отлично. Как у вас? Да тоже ничего, потихонечку. Тренируемся. Блин, зала вообще не хватает. Нету оборудования, нету штанги моей любимой. Приходится всякие планки, да, отжимания делать. Чем вы занимаетесь? Никто еще там с ума не сошел у вас? Все нормально? Да нет, вроде. Другая. Ругаться меньше стали как-то. Без меня, да? То есть со мной ругались, а без меня все уже? Ну, просто, видимо, привыкли уже, смирились. Все понятно. Как-то мой братишка Зияр так же спит до обеда, наверное. Да? Что ему еще делать? Ничего не поменялось? Нарушает режим, как всегда. Да тут, мне кажется, уже не с Алисой что-то намечается. Может быть, и нет, конечно. Что? Не беременна? Да нет, вроде пока. Один ребенок только. Мама расстроилась, что ты ушел? Мама плакала, мы все плакали долго очень. Не, мама правда расстроилась, она как бы
верила, что я буду до конца в проекте, прям всех побежду. Побежу. Победю. Ну, в любом случае, ты круто попал. Мальчики, приглашаем всех на ужин. Картошечка, макарошки. Нет, не моя тема. Давай еще. Нет, не мое. Не для меня. То есть ты не будешь? Нет, давай дальше. Я знаю, что... У меня есть задачка одна. Все, живем нормально, все, тут дело есть, живем. А сегодня в меню? Вкусненько вообще-то. Картошечка, супчик, замечелечка. А что дальше будет, мне интересно? Просто вода? С солью. Хочу чесночка, хочу сегодня какой-нибудь целовать. Давай дошек, чесночек, давай дошек, есть дошек? Дошек нет, рот есть. 40 грамм белка, рот, 40 грамм. Из них? Есть гренки. Из них гренки. Сразу мышцы, сразу. Даже мышцы, в цветной пакетик. Вы давно спрашивали у меня, почему я в такой хорошей форме. Картофельное пюре с высоким содержанием белка и гренок. И гречка с грибами. И те грибы, о которых вы подумали, обычные белые грибы. Отличные грибы. Хорошо, гречка зашла. Привет, покинул Лев. Сегодня кто-то еще придет. Давайте подведем итоги дня. Зияр, Николай, Алиса, Екатерина, расскажите, вот массаж вам понравился? Я так старался. Тщательный массаж. Могло быть лучше, конечно. Ну, я же учусь, да. Конечно. У меня, учитывая массаж... уровень подготовки, массаж был не да. с чем сравнить. Если что, 5 уроков из 30 я всего лишь прошел, поэтому... Молодец, Лев. Спасибо большое. Король отрабатывает. Лекция по питанию была... Восхитительная. Ну, самое лучшее это было кино, конечно же. Да, это самое лучшее за весь день. Блин, кино это прям вообще. Да, нравится. Кино классно. Онлайн-тренировку проводил с клиенткой. Вот она была максимально счастлива. Вот, а тут я ей позвонил, мы сделали это все в прямом эфире, и много людей смотрело, и потом многие спрашивали, у нее многие спрашивали, кто-то подписался там на наш аккаунт и начинал следить за нашими новостями. Ну, было круто, короче. Что, тогда выберем нового короля? Какие кандидатуры на этот раз? Я считаю, что у нас давно не было тусовок, поэтому можно Женьку обратно на денечек, так сказать, расслабиться, музычку послушать, подрыгаться, присесть, так сказать, на трон. Я-то не против, но чтобы остальные были, да. Отлично. В прошлый раз тусовок ты ну не да, было. В прошлый раз что-то мы тусовок не заметили. Давайте... Мне просто в начале давайте, все давайте были. Давайте Николая закинем, но он же не был. Пусть будет такой час. Да, но я не против. Диетолог. А что у нас будет тогда? Ну да, чтобы... У нас будет 4 лекции в день. По питанию. Я за Диера. Одна по питанию, по биохимии, по физиологии и психологической еще. Как выжить в условиях карантина в четырех стенах. День знаний. То есть будем, да, день знаний такой у нас. Правильное питание, никаких сладостей в этот день не будет. Стоп. У нас люди смотрят, нельзя, надо показывать пример. Если вы сейчас будете вот так вот расслабляться и показывать, что вы здесь, чем вы здесь занимаетесь, как бы, у нас авторитет упадет, нам нельзя. Да, Николай, мы сейчас занимаемся... Ну надо-то чередовать. Надо чередовать. И таким образом мы плавно решено. В общем, день у нас будет здоровый такой. В общем, нет, по всем параметрам, да. Нет, я даже тебе догадался. А я думаю, что он в бане-то пытается. Мы плавно перешли от выбора короля к человеку, который хочет уйти из нашего проекта сегодня, поэтому... Так, я считаю, что нам нужно больше общаться. Клуб можно устраивать игры, как мы в прошлый раз играли. О, прикольно. Вот, парами. Да, и проводить вместе больше времени. Ну, кино смотреть, в баньке сидеть, нормально тебе. А сладкое? Сладкое, бро, тебе можно. А, ну, целое. Все, все, все. А тренировки будут? Тренировки будут, понятно. Понятно, тренировки по расписанию и отдых по расписанию. Ну все, и иди, ладно, нормально. По расписанию на отдых будет больше, я так понимаю. Разворачивайся. Непонятно, где жёстче. Движочек. Сам продавяжешь, что ли? Прошу, мазачек. То есть чувствую себя таким горцем. Глава ВОА. Итак, правда. Слава королю! Хорошо.
Итак, золотые тапки, все видно. Чтоб все были в тапках. На лакшери все кайфовали. Кстати, реально, здесь видишь, что такое? Да, меняется. Дорогие подписчики, напоминаю вам, что вы можете поддержать наших участников и сформировать главный приз, который получит только один. Главный герой, победитель гонки. Информацию о том, как это сделать, указано под видео. Теперь выберем того, кто покинет нас. Я голосую все тоже против Зиара. За соблюдение режима. Я пока свое мнение тоже не изменила. Зиар против тебя. Да, твои нормально. Шутки мне уже не дают. Надоели ей шутки. Кому еще надоели шутки? А? Нет, короче. Пацаны. Мы молчим вообще. Против Валерия, да? Потому что мне кажется, что Валерий размыто очень ведет тренировки, его не видно. Это не самый яркий персонаж нашей команды. И ребята остальные с похожими тренировками справляются ничего не хуже. Я голосую против Алисы, потому что должны остаться только мужики здесь. Потому что будут драки, я не хочу, чтобы она здесь видела эту жесть. Да просто не дала, так скажи. Так, если нет бы она... Нет таких людей, если бы она... кто бы мне мог не дать. Если бы она ему дала, она бы ушла еще раньше. Мы уже... эту историю мы уже она проходили. Она видела, что с юной случилось такое. Поэтому она дойти, но... обезопасила себя в первую очередь. Я голосую также против Ильи. Поснуй! Ну, человек, конечно, хороший, классный. Но что он тут делает, я не пойму. Валер, ты просто еще не дошел до массажа, поэтому я на следующем собрании, я уверен, ты поменяешь свое мнение. Ну, да. Возможно, он пока не дошел, поэтому... А я, возможно, не дошел до твоих тренировок. Блин, мы с тобой просто не взаимозаменяем. Это надо провоцировать друг друга, да? Мы начали дружить. Да вы пиздец как дружить начали. С самого начала, блядь. У меня сложнее всего, мне кажется, всегда делать выбор, поэтому я просто решил сделать выбор методом исключения, да, мне... Я решил, да, проанализировать, с кем мне просто интересно ходить еще дальше в этом проекте, да, кто еще может что-то привести в этот проект. И поэтому, к сожалению, это будет Алиса. Так как решаешь, голос за мной, она меня назвала один раз очень нехорошим словом. Она, кстати, она старше меня. Поэтому вполне аргументированно. Мой голос пал против Алисы. Мне вообще реально, ребят, я не понимаю, почему вы в проекте без камер там, да, со мной нормально общаетесь, потом оставляете на предыдущем собрании, говорите, что нам нужны одни тренеры, сейчас вы меня, тренера, выгоняете, оставляя бармена. Мне это вообще непонятно. Если ты не согласна с нами, ты можешь просто рот закрыть и выйти отсюда. Нет, что, проблема, что ли? Не могу, и ты мне это... Я тебе не запрещаю, я тебе просто советую рот закрыть и выйти отсюда. Не советую, мне тоже. Ну ладно, я старался помочь. Я старался. Что мне сделать? Ну она просто, ребята, неисправима, видно сразу. Короче. Юна ушла, трахаться хочешь жестко. Я тебе подкатываю, ты что-то какие-то непонятные движения, то да, то нет, никакой конкретики, поэтому... Ну окей, я уж потерплю тогда до конца, а буду за счет своей руки дорабатывать, что ты там все эти дни, которые остались, ну ты поедешь домой, малышка. Ты нам дашь или нет? Блин, ну серьезно? Для того, чтобы тут остаться, нет. Только ради удовольствия. Так, где у нас сомнения, ладно? Я, честно, не ожидала такого от мужчин. Я думала, вы меня поддерживаете. И по итогам сегодняшнего голосования нас покидает Алиса. Я остаюсь одна среди наших прекрасных мужчин. И нам теперь любви больше. Ночной. Ладно, продолжается, только уже без Алисы. 4. Ломка! Собрание ужасное было. Я не ожидала, что против меня ребят проголосуют, особенно от Жени не ожидала. Мы хорошо общались. В мире сложно с мужчинами соперничать, и эта ситуация это показала. Я теперь буду присматриваться к феминизму после этого. Я расстроена. Я дальше не прошла. Я считаю себя достойной. Борьба есть борьба. Мальчики не пускают девочек туда, куда хотелось бы девочкам пройти. Против того, против кого я голосовала, это по личным причинам, а так я считаю, что еще Илье не место на проекте. Он не тренер. Борьба должна быть между тренерами.
Я бы на его месте ушла сама. Не знаю, ну я думаю, его выкинут. Тут все-таки парни остались, хоть и козлы, но умные. Ну, Женя я не хочу, чтобы победил после его таких вот подстав. Я буду за Валеру болеть. Я бы хотела пожелать тем, кто остался, собраться. Это уже финишная прямая. И максимально выдать эмоционально, физически все, на что они способны, показать, что они не зря здесь. Проект мне дал многое. В первую очередь, пережить ту сложившуюся ситуацию с коронавирусом очень легко. Я не заметила этой общей паники, депрессии. Мне было здесь классно. Я занималась своим любимым делом, тренерством. Я общалась с классными людьми. Я ни разу не пожалела, что сюда попала. Еще я научилась спать в очень сложных условиях. На полу, в спальном мешке, под орущую музыку, с прожектором в лицо. Вот, это тоже, я считаю, хороший навык для жизни. Я бы хотела пройти дальше, еще побороться. Я считаю, это достойно. Пока еще длится карантин, буду проводить дома время с дочкой как раз-таки. Вот, а потом планирую вернуться к обычной жизни, работать в любимом клубе. Друзья, спасибо большое, что смотрели за мной, за нашим проектом. Оставайтесь дальше. Впереди все самое интересное. Кто же выиграет? Даже мне это очень интересно. Подписывайтесь на меня, на наш проект. И я думаю, еще увидимся. Пока-пока. С каждым разом выбор все более неочевиден. Я бы, наверное, никогда не подумал, что получится именно так, как произошло. Бывают ситуации, наверное, этим и шоу может быть интересно как раз, что никогда наперед ты не знаешь, чем закончится сегодня. Собрание, голосование. Я за Алису не голосовал, я не думаю, что здесь выбор основывался как-то по половому признаку, да. Я остался при своем мнении, я голосовал за Лью, и я считаю, что он более был близок к выбыванию. Он уже, ну, прошел достаточно далеко, как человек, который не связан конкретно с тренерской профессией. Но я связываю это с хорошим отношением к нему других участников. Но я на его месте, возможно, тоже так бы поступал, потому что когда ты не имеешь никакого другого способа воздействовать на аудиторию, ну, как-то надо выделиться, как-то надо пробивать себе путь, да? То человек хочет, ну, выиграть. Ну, это нормально, он своим путем идет. Очень сумбурно все. Хорошо, что обошлось без драк. Постоянно пристают к бармену. На самом деле, ребята ко мне очень часто подходят. Мне кажется, со мной больше всего общаются, чем между собой даже. Тренера между тренерами. Но мне кажется, на следующем собрании будет то же самое. Я не тренер, я там не готовлю, я не массажирую кого-то, там Олег говорил. В общем, всегда проблемы найдутся. По поводу Алисы, негатива я мощного не высказывал, но так уж сложились обстоятельства общего круга голосования. Я буду бороться до конца. Сделаю все возможное, чтобы остаться в кругу